Давай сюда, бас. Ау. Где? Куда? Вон она. Вон. Вон там надо по гаражу пройти. Вон она, где стена стоит. Вот там, вон. Я просто здесь не пройду. Вон она, прямо где стена, видишь? Сейчас. Осторожнее, не упади. Надо по гаражу пройти. Вон еще вторая, вон, вон, на крыше. Вон раз, вон два. Где? Вон на крыше стоит, прямо. Одна вон, если ты видишь по крыше. А, вот, 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 видим. Это вторая, первая. Мы с собакой ищем. Вот одна, вот. Одна там, одна там. Где? А вы не знаете, кто здесь вызывал собачий ящик? Ясно. Все четыре там. Собак четыре должно быть. Не, не может быть. Здесь пару дней назад отстрел был. Так. Говорит, в общем, там. Одна на этой стороне или как? Одна вот где та стена прямо, там стоит. Ну все, идем тогда машины, приедем, заберем. Там ломится. Деревянная игрушка. Конечно, Настя. Мы, никто не хочет нас стрелять. Это противоречит религии и по-человечески. А она говорила, что кто-то еще пошел в мечеть узнавать, что не будет грех, если я отстреляю собак. Разговор, знаете, о чем идет? Я вам объясняю. Если... крысы нам не мешали бы, их тоже нельзя убивать. Ой, ой, бубушка. Мы убиваем комаров, крыс только из-за того, корм. Что где? Они... Вот, 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 вот. Они боятся. А, нет, это наша. А, ваша? Ваша тоже. А нужна? Если ее тоже отстреляют? Не, не, ее мы защищаем. Мы, они все не будут. Мы ее мясом кормим. Мы это покупаем. Давайте. На этой территории будет отстрел в ближайшие несколько дней. Надо собраться волонтерами и эвакуировать собачек отсюда. Значит, они сейчас находятся на гаражах и просто реально нескольким человеком здесь не справиться. Здесь нужна конкретная инициативная группа.